Ребята, всем привет! Цель сегодняшнего видео, во-первых, наконец-то показать заказы от нашего дорогого Хартова, Харьковский украинский завод. Здесь очень много именно заказов. И вторая цель видео, поднять вам немножко настроение, насколько это можно в эти тяжелые дни. Итак, первое. Кто просил, девчонки, комплект? Сейчас я его вам продемонстрирую полностью. Значит так. Комплект состоит из серег. Я, в принципе, помню, кто просил, но, тем не менее, иногда у меня бывает в голове какая-то путаница. Лучше, если вы еще раз убедитесь, что это ваше, мне напишите. Значит, смотрите, что у нас происходит. Это артикул 2879, 69 долларов серьги. У нас здесь вставлен авантюрин, зеленый аметист, шеврон. Вот он, шеврон, аметист, граненый. Аметист 14 карат вот тут вот внизу. И лабрадор. Масса 20.7 на обе серьги. Кстати, я думала, что легче, если честно. Так на руке довольно-таки легкий. 304 это у нас шекели с НДС. 69 долларов, как я уже сказала. Курс 3.75 у нас сохраняется. К сожалению, пока такой. И кольцо идет 51 доллар 19,5, 227, включая НДС. Вот сейчас мы это дело все уложим красиво на руке. И, может быть, я неправильно, может быть, нужно камушком внутрь, но это такое индивидуальное дело. Сейчас. Девчонки, извиняюсь, и мальчишки. Вот. Вот так вот. И первый раз, честно говоря, я вижу, ни разу я не получала браслет от него. Вот сам комплект был, а браслет первый раз. Смотрите, какой он интересный карабин. И у нас идут 4 камня, потом идет аметист круглый, потом 2 камня поперек и опять горизонтально 4 камня. Вот такая вот интересная вроде асимметрия, но и симметрия своего рода тоже на большой размер. Самый узкий мне вот так, где-то, видите, где-то запястье, мне кажется, 17,5-18. Ну, а самый широкий, соответственно, еще кусочек цепочки. Сколько ты стоишь, наш дорогой любимый Хартов? 406 шекелей или 92 доллара. По-моему, очень неплохо для браслета. 21-22 довжина сантиметра. Артикул 4.30. Он, девчонки, не 21-22, в смысле, да, он 21-22 по длине, но на запястье, скажем, 18, мне кажется. Если по какой-то причине в таких браслетах у нас проблема с длиной, всегда есть возможность вставить сюда тоненькое колечко серебряное и просто застегивать его раньше на одно звено. Это если его совсем большой. Так, хорошо. Девочки, кто его просил, забирайте. А мы переходим дальше. Девчонки, в прошлых видео были кольешки, а в этом видео пришли браслеты. Меня девочка из Петахтиквы очень просила расценить побыстрее. Но вот не удалось мне. Надеюсь, что она успеет увидеть. Ей надо было срочно, но вот только сейчас я смогла это дело сделать. 95 долларов или 420 шекелей, включая НДС. Он довольно массивный. Он 32.43 грамма. Несмотря на то, что он дутенький такой за счет звеньев. Но интересный такой вариант. Большой карабинчик у него. И будет красиво, по-моему, на руке смотреться. Для любителей такого чистого серебра крупного. Застегивается он таким образом, вот. И ну вот у нас только есть длина 21,5, 32, 43 грамма масса. Смотрите, девчонки, я не на линейку не клала, ну скажем, мы им верим, да, например. Ну вот 21,5 на запястье 17,5-18, если в обтяжку кто-то любит. Но у меня 16,5, и на меня оно тоже, в принципе, так, если вот совсем по руке. Я, честно говоря, не люблю, когда свободные браслеты. Я знаю, девчонки многие любят. Я люблю вот как-то больше в обтяжку.
Поэтому для меня он может быть великоват. Но, в принципе, я бы сказала от 17 до 18,5 реально. И еще, если есть проблема, и он покажется коротковатым, то же самое можно добавлять сюда кольцо и к нему еще колечки для удлинения. Таких браслетов у нас 3. Они все были в заказ. Все стоят одинаково и одинаковой массы и длины. Ну, там, может, на какие-то сотые грамма отличается один от другого, но, в принципе, не все довольно одинаковые. Так что, девчонки, кто заказывал, я тоже, в принципе, помню, кто заказывал, но, тем не менее, напоминаю и в видео в нашем. Хочу, девочки, сразу предупредить, что последнее время все заказы делаются дольше, в принципе, везде, по всем заводам, потому как в обеих наших странах война идет, и почта, на удивление, летает. Почта международная работает отлично. 2,5 недели даже вот из Израиля в Корею прилетела посылка. То есть как раз в этом отношении проблем нет. Но в плане вот именно заказов подольше. Так что имейте в виду, если кто-то что-то хочет, вы должны запастись терпением. Хотя, если честно, никто ко мне претензий, все девчонки очень терпеливо ждут. Но просто имейте в виду. Так что если у кого-то будут на Хартово какие-то просьбы, имейте в виду, что нужно ждать. Значит, смотрите, что пришло, кто просил. Сейчас мы будем рассматривать розовый кварц. Значит, этот кулон 3343, $57, 252 шекеля, включая НДС, 375 курс, как я уже говорила, расчетный, с таким красивым камнем. Камни выбирали по фоткам. Так что, девчонки, кто свое узнает, пожалуйста, телеграфируйте, маякните. Можно и азбукой Морзе, я догадаюсь. И пришло 2 кольца. Тоже девочки давно ждали. Значит, они должны быть разного размера, насколько я понимаю. Сейчас мы и это дело все проверим. Значит, одно кольцо идет на 17,5, $58. 13,51, 17,5. Красивый тоже такой мощный камушек. Это раз. 2. Такое же кольцо, но другой камень и, соответственно, размер 18,5. Еще раз напоминаю, мы камушки выбирали, мне оставляют видео. Я эти видео скидываю в молчальный чат. И девочки оттуда уже мне в личку пишут то, что хочет по камушкам. Красивые шинки здесь и крупные камни. Это 18,5. То есть у нас получается есть кулон и есть 2 кольца. И сейчас вам хочу показать набор, состоящий. Я попросила какую-то довольно такую незамысловатую, незатейливое обрамление. Мне было именно важно показать красоту камня и не загружать металлом. И вот мне сделали несколько таких наборов с разными камушками. Вот этот набор номер 1. $43 или 190 шекелей, включая ДС, 18,5, артикул 1187. Вот такое вот кольцо. И, соответственно, к нему идут серьги, английский замочек. $54, 24,31 артикул, 238, включая НДС, 14,70 на обе серьги. Так что, девчонки, вот такой лаконичный, в общем-то, набор, который покажет красоту камушка. Я, насколько помню, это не заказ, это просто набор, который в продажу. Так что, если кого интересует, пожалуйста, забирайте. $43 и $54.
девчонки, этот же набор, но с амазонитом. Как вы знаете, амазониты бывают разного месторождения. Есть амазониты вот с такими белыми полосами, называется российский, русский амазонит. А есть амазонит не российский, он сплошной, тот же, который используется в марказите, например. У Шаблюля в последнее время есть и такой, как ни странно. Вот это вот российский амазонит. И он, собственно, идет у нас по цене то же самое. $43 кольцо, $54 кулон. Все то же самое. Масса 11-10, просто другая вставка. Тот же артикул. А, 19 размер кольца. Так что, если кто-то хотел, просил, интересуется, забирайте. Яркий очень камень. Летний такой амазонит. И главное, круглые. Вот люблю я круглые камушки всякие. Так, у меня здесь подвеска, моховый агат. Это, вероятно, кто-то, наверное, просил докомплектовать к чему-то. Потому как не вижу остальных запчастей. $47, $303 артикул, $206 включая НДС, $7.62 масса. 206 шекелей, разумеется, включая НДС, $47. 303 артикул, агат моховый. Большая петля сзади. Здорово. Good. И набор с очень интересным палеонтологическим камушком. Это Турителла. По-моему, Маряша просила эти камни. Сейчас. Маряшка наша красотка. Так. И вот что сделала. Турителла. Значит, в чем тут? Почему я сказала палеонтологический? Потому что, как вы видите, здесь у нас ископаемые всякие морские древние животные, которые окаменелые. И их вот хорошо видно. Это просто сотни миллионов лет, еще до динозавров вполне вероятно. Очень здорово, красиво так. Просто как картина, как будто кто-то нарисовал. Значит, у нас серьги и вот кольцо. Кстати, это тот же артикул серег, что и был сейчас моховым агатом. Просто другая вставка. Кольцо у нас на 19,5, $46 или $202, включая НДС. И серьги у нас получаются $63 или 280 шекелей, включая НДС, 17,12 грамм на обе серьги. Так, кто-то из девчонок просил кулон с адалитом. Садолит — это невероятной красоты камушек, астрономический такой. Очень напоминает мне, как будто из планетария. Сейчас, или если я выключу, чтобы его как-то лучше увидеть. Ну, я не могу вообще прям все освещение. Все равно у нас тут есть. Нет, проблемно, да? Конечно, когда вот направленное должно быть освещение не направленное. Потому что камни оно засвечивает. Значит, у нас, ребята, это стоит $69 или 305 шекель, включая НДС, $34.96 артикул. Кто просил такой кулончик, пишите. Вот. Такой у нас кулончик. Это сердолик. Сердолики у него в этот раз вообще бомба, конечно. $63, $34.46 или 277 шекелей, включая НДС. Артикулы, девчонки, запоминайте, потому, если кто-то хочет заказать, потому как особо каталогов нету его. И это потом проблемно находить. 24 грамма. Такой шикарнейший сердолик совершенно. Так что, девчонки, кто камень этот откладывал себе, сообщите. И кольцо есть
Кольцо тоже бомбическое. 18,5, $66, $293. Это у нас вот такая. Он вообще, он полупрозрачный, в глубину прямо видно все его полосочки. Опять же, мое освещение страдает. Вернее, вы страдаете от моего освещения. Просто мой лайтбокс коты превратили в бастион. Каждый раз играют в него в царя горы и просто уже убили его напрочь. Вот у него как раз освещение вот такое вот затемненное. 18,5. И есть у меня небольшой комплект сердоликовый из серии маленьких кругленьких, которые... Если никто камушки не выбирал, то он в открытую продажу. Если кто-то камушки выбирал, вы мне об этом сообщите. Давайте глянем. 18 размер. $43, $190 шекелей, включая НДС. Иди сюда. $54 серьги. То есть, как вы видите, стоимость та же самая на все эти наборы. Неважно, какие камушки были вставлены. Иногда у них, если камни люксы очень крупные, типа аквамарин, типа лабрадор ААА, они меняют цену очень сильно. Чароиты дорогие, голубой топаз. А вот если камни стандартные, то они все на цену не влияют. $54, $24.31, серьги 11.56 на обе. Тоже классный комплект. Девчонки, огромное спасибо, кто мне высылает квадратики и люки. Люк — это мы так называем квадратик, где девочки или видно лицо, или можно только руки, как кому нравится. Показывают украшения, которые у меня были куплены и красивенько так сделаны. И другие девчонки могут посмотреть и повыбирать, и просто порадоваться. Так что огромное спасибо за ваше участие и за то, что вы стараетесь и делаете такие прекрасные фоточки для меня и для всех нас. Чудесная яшма. Тоже, если кто-то из девочек выбирал по камням, напишите. Либо это в продажу. $63, 3446 артикул, $277 шекелей, 22,52 грамма. Смотрите, какой просто у нас, можно сказать, марсианский пейзаж. Кариосити сейчас вот пересылает с Марса вот такие же фоточки марсианского пейзажа. И есть браслет. Все-таки, судя по браслету, это чей-то... Я, по-моему, Ирочка, это, по-моему, твой заказ. Потому что обычно просто так браслеты я не заказываю вот в открытую продажу. Только если кто-то просит. И, вероятно, поэтому можешь взять вывод, что это все-таки заказ. $94, $42.90, $417 шекелей, включая НДС. И вот такой вот у нас идет тогл. Как вы знаете, мое мнение, я все браслеты с тоглом советую вешать между петлями цепочку страховочную. Кому нужно, шаблюль нам нарезал по $10. Если кто-то сам умелец, делайте обязательно. И, как говорится, не поленитесь. Два карабина, цепочка посередине. Это можно снимать и переносить на разные браслеты. Но у вас есть точно страховка, что, не дай бог, не расстегнется и не упадет браслет на землю камнем вниз. Ибо тогда камню может быть кирдык, потому что площадь камня большая, он не толстый и жалко. Так что имейте в виду. Очень красивый кварцевый такой здесь разрез идет посередине. Вообще камни шикарнейшие. Так, дальше что еще у нас пришло? Сейчас глянем. Я пропустила, есть, оказывается, и кольцо с яшмой тоже из этой же серии на 18,5, $66. Тоже с разломом таким кварцевым. И тоже такой немножко пейзаж. Вот из-за разлома это уже все-таки больше напоминает земной пейзаж какой-то. На Марсе таких нету. Хотя там тоже есть шапка снега, но не в виде полосы. Надо подумать, какую планету сюда
больше подойдет, какая планета тому колечку. Так. Далее. У нас, ребята, рубиновый цуизит. Два набора с разными камушками. Сейчас вы поймете, почему разные. Кстати, по-моему, их тоже откладывали. Значит, это у нас идет цуизит, где рубина побольше. Размер кольца 18. Тоже стоимость все то же самое. 43 кольцо, 54 серьги. И у нас есть второй набор. Там, где камушки чуть-чуть другие. Здесь больше зеленого, самого цеизита. Вот такой набор. И, соответственно, 18,5 кольцо. Видите, какая разница в цветах. Как будто разные камни, но тем не менее разные, вероятно, разные кусочки, может даже разные месторождения. Но тем не менее это один и тот же минерал. Видите, этот цеизитик более зелененький. Так, вот у нас сейчас будет интересный набор, который, честно говоря, первый раз я вижу. $49. Это у нас кулон 35-26 или 215, включая НДС. Такая у нас красивая амфора с цветами. То есть ваза, скорее, с цветами и с камушками. Значит, к этому делу есть и вот такой букетик. Бутонерка такая. 19,5, $39, 15,70. Артикул. Такой вот такая лапочка. Сколько ты в шекелях? 172 шекеля. И серьги. Вот тоже такие вот букетики на английской швензе. Иди сюда, друг наш. Вот такой вот интересный серебряный набор. 22992 серьги, 6.34 грамма на обе. 35.26 подвеска, $49, 9.14 грамм. И 3.40 грамм колечко, 15.70, 19.5. Да, еще у нас будет вот такой агат сердолик, яркий. К нему есть кольцо. Сейчас все мы сделаем. Вот оно. 19 размер. Комплекты можно, вот это точно можно разбить, потому как... Оно как-то, вы знаете, вот вроде одно и то же, и рисунок похож, но можно и как бы отдельно, мне кажется, да? То есть это все камни одного вида, но можно его и как не комплект. 19 размер кольца, серьги у нас идут 11,69 грамм, 54, ну как всегда, это, в смысле, как всегда, с начала видео вся та же цена, те же артикулы. Тут не жалко разбивать комплект, не подгонялась прямо рисунок камней, так что если кому-то нужно, можно вот забрать просто сердоликовые такие серьги и отдельно кольцо, кого по размеру подходит, 19. И есть у меня немножко иначе сделанный набор. Вот его как раз я бы не хотела разбивать, сейчас вы поймете почему. Это те же $54. Смотрите, какая супер-пупер красота. Это уже яшма.
тоже с таким каналом кварцевым, просто изумительное. И кольцо крупнее камень, это другой артикул, $47, 11.43 артикул, 18,5. То есть здесь у нас идет камень крупнее. Тут уж я бы не разбивала семью. Тут явно они вместе. 18,5. Как он на руке будет? Ну, вот. Видите, по сравнению вот с этим артикулом, здесь, конечно, камушек больше. Ну и цена другая. Как бы. Этот 190, включая ДС, 206. На 16 шекель дороже получается. Так, девчонки, кто просил садолит вот такой формы? $58, 34,20 артикул, 257 шекель, включая НДС, 14,34 масса изделия, петля сзади. Надо стереть будет пятнышко здесь. Вот такая красота. Реально классный. Садолит, конечно, бомбический. Это раз. Дальше набор с нефритом яблочным, вероятно, судя по оттенку, 19,5, $40 или 178 шекелей, НДС 14,93, 5,53 грамма, и серьги к нему идут вот такие. Ну, это нефрит. 10,98 грамм, $49, 28,76 артикул. Сколько еще раз масса серег? 10,98 на обе серьги. Вот замок сзади показываю. Не помню, это заказ или это просто камушки мне понравились. Поэтому будем выяснять. 19,5. Так, и еще есть у нас серьги с горным хрусталем. $64. 29,21, 17,5 на обе серьги. Смотрите, какая красота. Вот такая линзочка. Так что, кто просил, очень красиво. Либо в продажу, если никто не просил. $64. Так, моя любимейшая тема морская. Каждый раз я ее заказываю. И в Шаблюле я ее люблю, и у Хартова я ее люблю. И можно добавлять как бы одно с другим. Значит, смотрите, это $70, 28,10 артикул, масса 17,64 на обе серьги. Культивированный жемчуг, перламутр и кубический цирконий. Коники морские. Это раз. Далее есть сюда большой кулон. Вот он. Так. Кулон большой. $67, 34,12, 16,58 масса, 296 шекелей, включая НДС. Вот такой вот красивенький, крупненький морской конек. Кулонов, девушки, два. Я тут подозреваю, что они одинаковые. Их два. Раз их два, значит, явно кто-то заказывал. По крайней мере, один так точно. И два кольца. Одно на 18,5, одно на... Сейчас посмотрим ближе. Значит, это у нас на 18,5.
И одно у нас... На сколько? На 20,5. Значит, ну и наоборот, как бы, видите, его можно так, можно наоборот. Давайте посмотрим цену. $53, 233 шекеля, включая НДС, 20,5, 8,39 грамм масса. Такие вот у нас красоты морские. Так, очень красивый такой восточный песчаный комплект. $47 подвеска, 11,35 грамм, 33,75 его артикул. Это яшма песочная, по-моему. А, калахари. Калахари, яшма калахари. Действительно, такой сахара. И серьги к нему идут. $60, 27,40, 19,13. Тоже очень, мне кажется, красивая подборка. И есть кольцо, оно у нас идет на 19 размер, а, пардонте, 18 размер, $44. Вот так вот. По-моему, будет очень красиво все это вместе смотреться. Значит, оно идет 18 размер. Сейчас я все-таки его на кольцемер надену, потому как очень оно мне... Да, ребята, это не 18, надо будет исправить. В бирке это 17,5. И, соответственно, у нас есть кулон. И у нас есть серьги. Еще садолит, $60, 34,46, красавчик. Кольца у нас два на выбор, 18 и 19 по $63. 19 и 18. Так что, девчонки, кого интересует, сообщите. Это у нас за $82 гигантский лабрадор 18 размера, 13,51. Действительно, очень красивый. Да, камень, конечно, невероятной красоты. Вот такая у нас есть яшма брекчия, яркая, рыженькая. Это та же цена, как и садолит, 63 и 64 кулон. Поскольку это идет цена по артикулу, неважно какая вставка. 18,5. Тоже у нас, соответственно, кварцевые такие озера. Вот такой амазонит. Как всегда, цвет портит. Камера портит цвет, он намного более нежнее. $80 браслет. Кулон вот с такой вот у нас петлей.
Это 34,51 артикул, $49. И есть серьги. Это не комплект, если честно. Серьги это отдельно. 19,88 грамм на обе, 26,80. И стоимость у них такая же, как и комплект, который я уже сегодня показала. Сейчас я вам скажу точно. $63 или 280 шекелей, включая НДС. Тоже вообще нереальной красоты оттенок. Так, это у нас малахит 17,5, $61, 15,35 артикул. Малахит натуральный. О, это с прошлого раза у нас осталась кольешка с реолитом. На нее была скидка. Сейчас глянем. 78. Она на $10 дешевле из-за скидки. $68 50 сантиметров с кожаным шнуром. $68 с кожаным шнуром и вот такими серебряными бляшечками. Реолит. Вот такой комплект Брекчия, $62 и $39 у нас кольцо, тоже красивая очень модель, 18 размер. Сейчас я, девчонки, его тоже, наверное, на кольцемер промерю, ибо. 17 3/4. Это 17,5 все-таки. Хотя он мне сел на 18 каким-то чудесным образом. Но надо иметь в виду, что у кого точно 18 и не миллиметра меньше, может быть проблема. Это 17,8. Но набор очень яркий, красивый, серьги такие мощные. Здорово. Мне нравится, очень красивенький. Значит, 22,15 на обе серьги. Девчонки, моховый агат. К нему был кулон. Кулон забрали, серьги остались, довольно крупный. И на него тоже скидка. Он стоил $66, сейчас 56, на $10 дешевле. 19,55 на обе серьги, 26,49 его артикул. Очень красивые моховые агаты вставлены, камушки. Есть три кольца отдельно, без комплектов. $46, 18,5, 13,48 моховый агат. На него тоже есть скидка в $10, 36. Его собрат вот такого оттенка, он $49, это 20 размер. И, соответственно, тоже есть скидка в $10, значит, 39. И у нас осталось кольцо, потому как серьги забрали. Я еще не дозаказала. И колечко вот одинокое. 13,32, 17,5, $41. Тоже, ой, чуть не упала. Соответственно, $10 скидка, $31. И вы можете к нему дозаказать очень красивые серьги с висюлькой. Так.
Девчонки, яшма вот такого интересного цвета, темного. Напоминает мне почему-то такие озера. Пруд даже, я бы сказала, с ряской. Сколько ты стоишь? $46 кольцо 19 размер и серьги 26,81 $59. И на весь комплект $10 скидки. Красивая шинка и натуральный камень. И самое последнее, это кольешка. Серьги забрали, колье осталось. С каучуковым жгутом. Оно стоило $65, тоже по скидке за $55. Это кристалл Сваровский. Как вы знаете, Сваровский — это уже дефицит. Их уже не производят. Сваровский сменили профиль и решили делать украшения, которые Китай не очень быстро сможет копировать. Так, сейчас мы тебя выровняем для красоты. Вот, и получается вот такая вот у нас кольешка серебряная с красивой капелькой Сваровски на жгуте. Все, девчонки, до следующего видео. Берегите себя и, главное, свою нервную систему.